Вернемся ко Дню защиты детей. Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане поменялись местами со своими детьми и детьми телезрителей. Об эксперименте расскажет Нигия Арзолина. Ты опять опоздал, Джеви. Дети сразу входят в роли. Сын, исполняющий обязанности главного редактора Хаяла Юсипзаде, сегодня вместо мамы. Его задача – не пропустить ничего, что произошло. А администраторы докладывают, что уже есть для эфира. Писать материал будет Джавид Джалилов, самый ответственный о главе государства. А в полях, то есть на съемках, сегодня девочки. Фарах Нагиева должна снять блиц. Он станет частью телевизионного материала. Привет, как тебя? Какие планы у тебя на сегодня? На 90 день я. Я только соревнования по гимнастике. Мама пошла купить мороженое и потом пойдем гулять в парк. 4-летняя Суада Мурватова тоже работает в кадре. Она рассказывает зрителям о погоде в Баку. Такие прогнозы корреспонденты мира в СНГ и Грузии готовят ежедневно по будням. Суаду учит оператор во втором поколении. Суада, держи микрофон ровно. Сегодня Баку облачно и, как всегда, ветрено. Но тепло. +26. Самое время пойти парк погулять. Эфир в 11 утра. Корреспондент вместе с монтажером торопится. Для Мирана это первый опыт, но отец его многому научил. Сегодня Баку облачно и, как всегда, ветрено. Что у нас на следующей неделе? В конце рабочего дня нужно составить план и отправить его в штаб-квартиру в Москве. Проведя один день в роли главного редактора за место моей мамы, я понял то, что работа это не такая уж и легкая, и это она явно не для меня. Ну и я понял то, что нам лучше с моей сестрой относиться к ней с пониманием, помогать ей, не требовать готовить все время вкусняшки после работы, помогать ей. Несмотря на то, что детям было интересно, к вечеру они устали. И как только появилась возможность, они, юный корреспондент, оператор, монтажер, редактор и продюсер, сразу побежали играть на улицу. Сюбхан Юсипзаде, Суада Мурватова, Фарах Нагиева, Джавид Джалилов, Ирада Гуламзаде, Инджи Гусейнли, Мирза Гасымов, Миран Гасымлы, Нахид Гаджилы, Омер Машрик, Нигия Арзолина, Хикмет Гуламов, Мурат Гусейнов, Мир 24.